Всем привет! Мы приехали на игру, в баскетбольную игру нашей школы, которую мы закончили. Ну, я, Андрюха, Валик, к которому мы ездили, учились, high school. И сегодня играет все выпускники против нынешних учеников. И мы узнаем, как это все идет, как это получится, кто выиграет. А сейчас вся школа выставляет для всех гостей, для всех людей пикник в кафетерии. Игра начнется через минут 15, да, дед? 10. Поэтому посмотрим. Наверное, уже ничего не осталось, но все-таки пойдем посмотрим, что нам на шашлыке осталось. This is my flashback. Ladies and gentlemen, what are we serving here? So we got some beef hot dogs, corn, some chicken, and ribs. Potato salad. Nice. I'd like potato salad. Salad. What again? What's the difference? Pork ribs and then chicken. Chicken, of course. Hello. Okay, salad. Прикольно. А ровно 5 лет назад, ну не 5 лет, 2000, короче, с 2002 по 4 я работал здесь официально, раздавал еду американцам, а нашим людям я насыпал очень много фрайс, картошку фри. И поэтому меня наши уважают. А я их. Awesome, thank you. Берем. Let's go. Can you please give me one corn? Okay, it's coming. There's cake, there's ice cream, there's t-shirt for this year's event. Что ты хочешь взять? Что ты хочешь? Соду или воду? Бери водичку. Бери бутылочку. Бери. Не, это плохое, это очень плохо. Возьми водичку, вон, маленький стаканчик. Да, пойдем. Вот она, outside of cafeteria. Вон вдалеке мы видим сетку волейбольную, которая когда-то была. А здесь на улице толпа сидела. Нам надо искать своих. Мы кушаем. И к нам подошли Элла, Зара и Андрюха. Warming up. Андрюха сегодня играет в баскетбол. I'll be there soon. Пища довольно вкусная. Скажи, это соус как-то не подходит. Это что-то подобие оливье. Potato. На рыб вкусно было. Да, на рыб. Awww. Let's go. Школа такая себе, вы знаете, да? Кто изучает наш район, она сейчас опустилась в рейтинге. Вот вход в офис. Там висела моя картина по художеству, потому что они посчитали, что я должен... Мой носорог. Я нарисовал носорога, меня повесили. Несколько лет, 8 висело. Короче, школа такая себе. Ну, мы когда учились здесь, мы этого ничего не понимали. Вот библиотека. У нас была возможность либо мы идем в школу, где каждые 3 часа перестрелки. Grand Avenue. Там, где самосы против черных, черные против китайцев и русские против всех. И наши родители решили отправить в школу, в эту, где... Ну и всех, очень много русских сюда было, и рейтинг школы был классный. А потом, как все уехали в другие города, районы, штаты, все остались только темнокожие, мексы и арабы. Демографика поменялась. Мы идем смотреть в галерею, в школу. Если надо, если что-то здесь открыто, посмотрим. Ну, вроде закрыто, но все-таки ностальгия же. Я здесь не был с 2004 года. Сколько это лет? Нет, мы были здесь. Ну, да, мы здесь прям не ходили, прям здесь. Да. О, здесь я получил свое образование на права. Я просто пошел, потом сдал их. Здесь, в том классе, я получил образование медиа. Это дизайн. Почему я стал дизайнером? Благодаря этому. Вон класс география, который я до сих пор ненавижу и не понимаю. Алгебра – это страх и ужас, не мое. А вот куда мы идем. Мой любимый класс – художество. Открывай двери, Лео! Open the door, please! Why is it closed? Эй! Закрыты. Ну, тогда идем дальше. Тут фактор был интересный. Вот с класса керамики, самый последний класс, до кафетерии идти минут 2. Но все тинейджеры голодные, как собаки. И они
по звонку срываются и летят по этому огромному фривею, кто быстрее. Это было. А все такие понтованные, они, ты чё, я не бегу. Но нам не приходилось бегать, потому что я и мои близкие друзья, мы устроились все в кафетерию за $5 в час, в то время или сколько, 6-7, короче, копейки. В итоге нам платили около $38 в неделю, и мы всегда уходили за 15 минут раньше урока, и работаем. У нас кушали до обеда и раздавали всем, как я уже сказал, нашим всегда спали больше. Будь здоров. Идем дальше. А вообще раньше, чем больше я знакомлюсь с людьми, которые закончили эту школу, пожилые, 60-х, они говорят, что это была очень классная школа. И потом построили рядом еще круче, и она стала очень никакой. Но все-таки для нас это детство, это воспоминание, это классно. Пойдем. Баскетбол. Джим. А вот чуваки на скейтах. Мне кажется, это какой-то радио-телеведущий идет. Готовы. Ну что, вы excited по поводу игры? Не сильно. А я сильно. Ну, я тоже не сильно. Корякaa!
он играл за школу, он был единственный белый пацан. И он стал капитаном команды в 12 классе. О, хорошо. Ушел. Бульдог. Символ нашей школы. Потеряли, выгнали. Пока наши мы ведем. Так что это всегда гангстер, это good one. Вроде у нас закинул тройку, но прикольно было. Пока я отвлекся, наши оторвались 29-19. Конкретно. Наш Андрюха сидит. Мы продолжаем играть. Мне только что звонок с Украины. Люди с Ровно приезжают сюда. Им надо помощь в квартире найти. Я им сказал, просто идите на YouTube, посмотрите все. Oh, that was beautiful. Beautiful. Во время игры Андрюха балуется. О, завалили нашего. Лев, дай пять. Хай-фай. Хай-фай. Обнимаемся. О, тебя бульдог, собачка обняла. Наша соседка Лезли здесь, Лео здесь, Милана здесь. Что Милана оделась как бабушка в 60-х годах? Цветочки. Я шучу, на самом деле это мода возвратилась. Бабушка Катя. Мода с цветочками возвратилась, да? Did you see what they're building? What? Oh, yes. New stadium? Yeah, I wonder why. So good. Aren't they bankrupting? Oh, yeah. Last night, a lot for this school. He not only represents the spirit of San Juan, he represents the spirit of Messina. Woo-hoo! Happy is our official plan. Женщина в 66-м году закончила школу. Работала на Стив Джобса, на Apple. Управляла 10 тысяч людьми, и она наша гордость, наша школа. Очень огромные магазины, как Macy's, Victoria's Secret, она была лидером. А это кто же? Кто мне закрыл камеру? Иу. Она работала в самом высоком департаменте возле Стива Джобса. Короче, пока сейчас небольшой перерыв, мы решили просто поехать домой, а результаты узнать позже. А сейчас прощаемся с Андрюхой. Скажем бай-бай. Прощаемся со всеми. Скажем всем пока. И уезжаем.